И всем салют, с вами студия UCC, мы продолжаем смотреть закрытые квалификации на Лутбет 9 сезон, и остался у нас всего лишь один матч. Сегодня мы узнаем, кто же заберет драгоценный слот и поедет таки в основную стадию на турнир с призовым фондом в 50 тысяч долларов. Да, освещать все это дело будут для вас Шейл, Вася Скорость, и, возможно, будет сегодня Navi Junior непросто, так как по верхней сетке они прошлись без каких-либо проблем. Ну, в принципе, не уступили ни одной карты. Но вот бразильцы, такое ощущение, что набирают обороты. Бразильцы с каждым матчем действительно сильнее и сильнее набирают форму по ходу турнира, соответственно. Давайте вообще посмотрим, как это все у нас происходило. Вот у нас сеточка, и тут мы видим, что изначально KC Sports свой матч проиграют, и вот через тернии они добрались до финала. То есть против Bulls, окей, матч был легким, но вчера против Astralis на пике оппонента они сумели вырвать победу, после чего выиграли ту самую решающую. И на самом деле все матчи с KC Sports смотрелись, конечно, знаешь, так неоднозначно и очень плотно. Но по итогу заслужили они место в финале, и сегодня, конечно, ну, рейд-босс получается.
Да, ну, мне, если честно, симпатизирует бразильская команда. Возможно, там нет каких-то, знаешь, супер каких-то отточенных раундов, еще что-то. Но вот эта вот нестандартность, где-то агрессия, и в целом это смотрится динамично, как по мне. Я с тобой соглашусь. То есть агрессия, она очень часто окупается, особенно на таком уровне команд, где часто, знаешь, коллектив ничего может не делать в течение минуты. А тут вы поджали там, захватили позиционку здесь, и, допустим, Инферно от бразильцев мне было смотреть одно удовольствие. Но, тем не менее, друзья, давайте, наверное, взглянем на команды, кто у нас вообще сегодня будет играть, у нас ростеры. Я понимаю, что вы всех знаете в Knife Junior, но KC Sports для многих до сих пор ноунейм команда. Ну вот, кстати, в команде KC Sports такое ощущение, что Ландин постепенно начинает, знаешь, так более качественнее реализовывать свой девайс. Все-таки он снайпер. DZT, это парень вообще радует нас чуть ли не в каждом матче. Нисим. И в целом как-то смотрится очень сильный их состав. Вот, ну, живенько. Я смотрю, да, и там... Каждый может спокойно дать хайлайт. Что касается Na'Vi Junior, ну, здесь вообще как бы мы не разговариваем, мы уже не раз их хвалили, что там какая-то гонка между Monacy и Аункером присутствует, да, по крайней мере, так кажется, кто больше набьет, кто вытащит карту. Да и в любом случае любой из тиммейтов может в секунду подключиться и также продемонстрировать какой-то качественный хайлайт. Ну, особо не было соперников, скажем так. То есть у них, у Na'Vi Junior было два матча на этих закрытых квалификациях, оба матча 2-0. И в обеих матчах мы говорили, ну вот сейчас аутсайдер даст жару. И все равно Na'Vi достаточно легко побеждали. У Monacy там рейтинг уже набился сумасшедший, там под 1.30, по-моему, или около того, на сайте ХЛТВ, соответственно. Но вот сегодня финал, и, на мой взгляд, где-то там все-таки... Ну, то есть, знаешь, вот если взять там 10 матчей, где у одной команды будет коэффициент 1.30, ну, хотя бы где-то апсет залетит, хотя бы где-то аутсайдер сыграет и на третью карту, по крайней мере, выведет. Я надеюсь, что вот этот апсет будет именно сегодня. Что считаете вы? Можете продемонстрировать в чатике. Вот они буквы, вот оно голосование. Но в любом случае здесь тотальное большинство будет за наших ребят. Тут как бы, в принципе, все очевидно. Но вот такое ощущение, что все-таки есть вероятность увидеть сегодня все три карты. Все будет зависеть, конечно, от мапула, но вот по ощущениям, я думаю, что бразильцы одну карту смогут зацепить. Ну, мапул такой немного странноватый, с одной стороны. То есть очень, знаешь, не хочется играть Train либо Mirage против Na'Vi Junior. Но ты все не можешь забанить, и с учетом того, что они еще старым составом практиковали Vertigo. Vertigo — это вообще забей пермобан от команды Case. Поэтому здесь мы увидим Mirage, такую коронную карту от Na'Vi Junior. Но я скажу так, что бразильцы взяли свой фирменный Dust, и это самая лучшая карта по статистике. То есть у них там 50% финрейта за 12 сыгранных мап. Да, и вот как раз-таки на Dust, я думаю, Na'Vi Junior будет крайне тяжело. Все-таки именно этой картой бразильцы вырывали свои победы. Ну, где-то даже не победу, по крайней мере, два раза, по-моему, у Astralis Talent они взяли именно Dust. Плюс они играли, кстати говоря, недавно с Mad Lions. Mad Lions — это команда, которая тоже сейчас, знаешь ли, набирает обороты. Они там около топ-30 рейтинга находятся. И там они сыграли такой плотненький Dust. То есть не уровень час могли победить. То есть там счет-то был 13-16 против такой топовой команды мира, между прочим. Поэтому я надеюсь здесь на 1-1. И скажу первый раз, наверное, за всю историю этих квалификаций, что сегодня Na'Vi Junior 2-0, возможно, не победят. Согласен с тобой. Да, ну и максимально классические карты. Мираж, Dust 2, Инферно. Никаких сюрпризов, да, нет Нюка, Вертига, Трейна. Классика. Да, классика, но не классическим был предыдущий матч Na'Vi Junior, потому что мы говорим тут, как им было легко. И помнишь момент, когда у нас должна была быть замена вот во втором матче. Я думал, что там не так, но нам рассказали, что свет вырубали у Monacy. И в итоге-то он играл не из дома, на самом деле. То есть я почитал его группу, да, он поехал, получается, к брату, я не знаю, на такси, видимо, либо он жил где-то рядом, сел и отыграл матч там, при том, что мы, ну, задержка-то была минимальная, это минут 5-10. И это жестко, на самом деле. Мне чем-то это напоминает историю с Аункером, когда он, по-моему, то ли к Шоку, кто знает такого ютубера, поехал, то ли в компьютерный клуб, я уж не помню, в общем-то, потому что свет... Да, у Шоку он играл, вот, потому что свет дома вырубили. Поэтому тут такая история, которая преследует Na'Vi Junior, но сегодня, благо, без замен. Вообще, конечно, это крутой такой гайд, возможно, для игроков. У кого-то из родственников также, чтобы все было готово на всякий случай, желательно другой провайдер, да? Чтобы ты мог сорваться и не подставить свою команду. Потому что неизвестно, как бы они сыграли с Хэтриком, хоть он и тоже очень сильный игрок. Но все же перемены там где-то в стратегиях, возможно, были бы какие-то непонятки. Это круто. Ну и классно иметь друзей в своем городе, которые тоже катают, потому что есть у нас игроки, я помню, у Hard4U. Во-первых, у нас есть результат, кстати говоря, давайте на них посмотрим. И тут у нас будет 80 на 20. Ну,
Профессиональный аналитик, друзья. Слушай, неплохо, 17%, при том, что у нас аудитория в основном СНГ, я думаю, все-таки кто-то верит в Бразилию. Ну, либо бразильская трансляция там пошла. Так, у них голосование, давайте за наши. Да-да-да, там тоже запустили, зарейдили все это дело. Ну, за бразильцами тоже, на самом деле, наблюдают ребята, как ты уже отмечал, у бразильцев есть вот такие кумиры, наверное, за которыми можно наблюдать, и те самые Мибор, которые показывали достойную игру. Да и сейчас бразильский КС, несмотря на то, что в целом государство небольшое, игроков не так мало, но на очень высоком уровне на самом деле. Как бы это, знаешь, как бы это грустно не звучало, мне кажется, даже они уже не кумиры для них. Ну, понятно, что история, да, но Фурия, MABR, прошлый состав, который на Flashpoint участвовал. Вот эти ребята действительно приковывают сейчас сердца своих болельщиков, потому что вот то за ними смотреть одно удовольствие, они реально живут игрой. Какие у них эмоции, там, одному вообще во время матча плохо стало. А, я помню, если на диване потом лежал, его там, не знаю, приводили все. Вот насколько они эмоциональны, как они радуются каким-то нереальным победам в раунде. Я прям действительно под впечатлением. Понятно, что это как бы и на нервную систему, возможно, ну, негативно влияет, да? Потому что если мы возьмем какие-нибудь наши СНГ-составы, ну, по типу ВП, Гамбит, они как-то более, знаешь, как роботы сидят, стараются но по минимуму победят. По минимум эмоций своих выдавать. Да, конечно, в финале одного из турниров недавно видно было то, что на Фане на первой карте немножко подгорал. Они, кстати, ее уступили. Но вот именно в ВП они вообще как будто просто без эмоций сидят такие. Не только без эмоций, но если ты слушал TeamSpeak, там вот была история, когда, помнишь, на Фане своего-то убил в матче против Heroic, и после этого, ну, там вообще все молчат, никакого тильта, дотаскивают ситуацию 3 в 5, хотя, ну, мне кажется, вот у Na'Vi, да, допустим, более эмоциональной команды, возникли бы там траблы, особенно если бы Simple какого-нибудь убили, мы понимаем, чем бы это закончилось, а тут абсолютно иная история, вот, бразильцы более эмоциональные, и это вот сейчас станет минусом или плюсом, потому что Na'Vi любит у нас здорово начинать, знаешь, счет там 6-0, 7-0, для них это вообще дефолт. Я просто вспоминаю олдскульное время, да, когда сам катался по разным городам на турниры, не было такого. Ну, по крайней мере, на моей памяти я не помню, чтобы команда сидела и вот так вот, знаешь, спокойно, не радовалась раундами. Всегда было там, взяли раунд, все орут, поддерживают. То есть вот на таких, знаешь, эмоциональных. Вот в этом плане сейчас какой-то next level. Ну, ты не забудь, что сейчас эпоха все-таки буткемпов, да, все сидят на буткемпах, и как бы, ну, ты живешь там месяц, условно, как Гамбит, как а, кто там еще, Астралис, Хероик, и когда ты месяц находишься в одном помещении, это фактически как дом для тебя, поэтому что там, как бы, это, переживать, максимальная концентрация, все дела, и на живые раунды Knife Junior опять же проигрывают, и, кстати говоря, винрейт по пистолеткам у них, я там посмотрел, 30% всего, хотя на квалификациях, по-моему, они ни одной не проиграли, насколько я помню. На самом деле очень страшная карта для Кейса, потому что то, что мы увидели за последние дни, что вытворяли здесь Na'Vi Junior, и в атаке разгромная половина 13-2, и были у них вроде как трудности против другого коллектива за защиту изначально они уступали, и потом после клатча Ункера практически все, по-моему, забрали без проблем. В этом плане, конечно, я не знаю, что нужно здесь сотворить Кейс Esports, чтобы действительно создать конкуренцию и, или вовсе победить. Слушай, я вообще так смотрю, наблюдаю, и вот с FPL игроками очень тяжело в принципе Мираж играть, а тут их целых два. Если ты вспомнишь, такая же история была с Винстрайк, да, где просто вот были не то чтобы даже FPL игроки, но где просто есть вот жесткая связь какая-то, там Норберт Эллен, да, типа, и вот как, что там с ними сделаешь? Они на Мираже разваливают кабины направо-налево. Это еще было давно, когда у них состав был в упадке. Тут такая же история, то есть когда все хорошо, Монси, Аункер разваливает. Если все плохо, ну, беру два ВП, да, допустим, как второе решение и так далее. То есть можно на каких-то клатчах всегда вывести. И вот если ты вспомнишь, был один матч, где у Na'Vi Junior не все получалось. То есть там они начинали со счета 0-4. Какой-то один клатч от Аункера с пистолета. Все. Тут же переворот и 11 раундов подряд. 11 подряд. Да, да. А, тут может быть просто неудобный соперник в лице KC Sports. Потому что эти парни также любят куда-то на плюс В забежать на нереальных скоростях. И тут уже дело перестрелки будет. Если ты будешь часто уступать эти дуэли ранее, то у тебя все может выходить из-под контроля. Но пока у нас тактическая пауза, не тактическая, возможно, какая-то техническая. Ребятки, у нас поступила информация, что упал TeamSpeak, сейчас все будет. У вас есть возможность писать нам в чат через хэштег UCC, задавайте вопросы, пишите, за кого болеете. Ну, тут, конечно, вопрос очевидный. Ну, вообще, в принципе, просто общайтесь, поддерживайте трансляцию, чтобы и нам, и вам было максимально комфортно, по кайфу. И будем, конечно, смотреть уже финальный матч групповой закрытой квалификации.
Вот именно, друзья. Все-таки за слот борется, и, ну, допустим, для KC Sports и для Navi Junior этот слот крайне важен, если так подумать, потому что что у одних, что у вторых, матчей не так много. И надо понимать, что Лутбет — это не какой-то тир-3 турнир. Там призовой фонд сейчас идет 50 тысяч долларов. То есть на DreamHack больше, допустим, конечно, но, извините меня, это DreamHack, да, который там веками существует, и тут Лутбет, который там, ну, 9-й сезон уже, между прочим, да, за последние годы очень много было сезонов различных, много команд раскрылось, и туда очень полезно попасть не только с точки зрения призового фонда, но это же еще экспириенс нереальный. Ты с крутыми командами сможешь покататься. Да, о чем говорить? Прошлый сезон, финал Гамбит, Virtus.pro. Угу. А тогда, сейчас... по-моему, у них были 15-16 строчки или 14-15. Угу. Что произошло сейчас? Ребята действительно как бы бустанулись. Понятно, что это не единственный турнир, у них было много в параллель, но все же. Я считаю, что это очень крутой турик. Ну, когда вы круто относитесь к таким турнирам, это действительно может стать плацдармом для того, чтобы вы вышли вперед. Ну, это для Navi Junior, да, наверное, в первую очередь. А вот бразильцам, ну, у них там 120 место на ХЛТВ, то есть им вот важно, знаешь, просто набрать форму и вот на этих турнирах не побеждать, а хотя бы вот сражаться наравне, знаешь ли. Ну и посмотрим, начинается у нас уже пистолетка. И, я так понимаю, в одного саппорта будут отыгрывать KC Sports, а у Navi Junior, несмотря на то, что они играют за КТ-сайт, саппорта целых два. Ну, я так понимаю, KC Sports попытается какой-то контроль здесь навязать, потому что один игрок в яме, два в Б-апсах и один ждет поджимов с мидла. Но все-таки смещаются вдвоем через подвал. Также подключат, наверное, врыв в коннектор. Или же все-таки подсадка в окно. Но так как один игрок в яме, очень интересный раунд. Вообще, в принципе, KC Sports такие необычные пистолетные раунды делают, и зачастую они у них получаются. Порой банальные, по типу 5 лонг на оверпассе. Но вот реализация у них всегда на высшем уровне. Ну, они-то банальные, но не часто используются, так скажем. Чаще мы видим что-то иное. И тут, да, слушай, сплит точки А планируется через коннекторы яму. А у Нави-то большинство игроков под базы Б. И ты посмотри, толпой давит Аункера в окне. Боже ты мой, а тут голоки. Средняя дистанция, на которых они божат нереально. И теперь главное поставить плент. Смотри, у них зигзаг под контролем. Есть игроки в джангле и бомба бы главное донести до сайта. Но Нави Джуниор просто так сдаваться не собирается. И вчетвером, я так понимаю, будут ретейкать через Сити. Действительно, они понимают то, что через окошко уже не залезть в этот джангл, и нужно брать просто количеством. Тут две упорные позиции. Все же кого-то пытаются найти, и в итоге врыв через Сити. Там Несим обходит тем временем со спины. Он уже в китчене, уже на Сити. И ой-ой-ой, как будет больно, потому что у этого парня не дефолтный пистолет, а тот самый P250. Тут две спины. С одной справляется достаточно легко. Еще одного ловит на хедшот. И Синикса тут явно не отпустят в любом случае. Это пистолетка для KC Sports. Вопрос в том, Синикс убьет ли кого-то перед своей смертью или нет. Ну, можно как вариант киты подсейвить. Ну, слушай, хорошая пистолетка, и, как мне кажется, она закончилась на смерти Аункера, на самом деле. Потому что если вы захватываете джангл, бомба стоит под вас, там, ну, очень тяжело как-то все это дело ретейкнуть. Да, вариантов немного. Поэтому пришлось большинством действовать через Сити, и тот самый тайминг успел словить Нисим. Первый раунд для KC Sports, и что у нас, один скаут? Скаут плюс 4 дигла. Угу. Ну, видели мы не такое. Однажды Аункер с Моноси, в принципе, 20 кого-то покупали. Это было причем на недефолтной карте, типа Overpass, насколько я помню. И там они себя очень неплохо показали. Но сейчас главное KC Sports особо не спешить. У них есть две ППшки, но главное не угодить в какую-либо засаду. Например, на мидле, где уже имеются два игрока. Это Фир и как раз-таки скаут от Моноси. И помнится мне, в похожем раунде Navi Junior перевернули игру, когда счет был 0-4. И вот в этой же позиции Аункер затащил клатч 1-3. Будем смотреть, сможет ли он повторить свой успех. Тут очень аккуратные бразильцы. Пока что контролят карту, ждут врывов, понимают, что и Navi Junior где-то могут на кураже поджать что-то, попробовать реализовать свои недефолтные пистолеты. Но тем временем защита также действует аккуратно. Ну, я так понимаю, там попрыгал немного Синикс. Понимает, что в Б-апсах никого нет. И обычно, если у тебя Б-апартаменты, знаешь, так не отжимают на ранней стадии, то шанс, что вот, ну, в ближайшие секунды залетят фаст Б, минимальный. Поэтому, возможно, стоит Моноси сместиться куда-нибудь под A-сайт, контролить немного мидл, потому что пока что, с одной стороны, да, пистолеты от Navi Junior, и чего им поделаешь здесь, но с другой стороны, контроля над мапой и информации вообще ноль. То есть вот сейчас, смотри, начинается раскидка мидла, а это ведь фейк. Стянули внимание Аункера, сами готовы выходить на точку А, и в который раз Navi не угадывают, они втроем на Б. Да, если по разменам сейчас будет все очень грустно, можно сразу же думать о сейве. Выход через яму. У нас Погорелов на Сити. Прилетает под него Молотов.
Ну и попытка, нет, не успевает он среагировать, но при этом Аункер ставит шикарный минус по Делбани, его отрезают с мачком. Ну и сейчас в большинстве ребят из Na'Vi Junior будут сражаться, постараются вытащить этот раунд. Ну для начала размин было бы неплохо найти, а тут Аункер сносит еще одну голову, уже даблкил с этого дигла, 2.5 забирает, и ты посмотри, игрока с бомбой просто зажимают в сайте, какие головы, какая стрельба, и какой же раунд тащит сейчас Na'Vi Junior. Они были не просто в меньшинстве, на точке А был всего один игрок по сути, Аункера должны были моментально отрезать смоком, но дымовая завеса прилетела слишком поздно, он сумел найти один килл, и ты посмотри, что дальше происходит. Вот просто немного не дожимает. У меня прям была такая мысль, когда 50 секунд на таймере, и у меня сразу же, знаешь, в голове вот такое ощущение, что боятся очень. Пытаются чересчур аккуратно сыграть. И все сводится уже, знаешь, когда к такой ситуации, когда ты не можешь уже изменить, так сказать, вектор направления. То есть сместиться под Б. То есть выходишь прямолинейно, и тут начинаются проблемы. Было такое, действительно, хотя против пистолетов, на мой взгляд, бояться-то как раз не надо, и просто надо аркадить толпой все это дело. Оу, ну, например, вот так, и сносить Моноси моментально. Правда, здесь не один игрок в мидле, имеется еще Аункер, возможно, он свои коррективы в этот раунд внесет, замечает игрока под окном. И вот, опять же, та же проблема. Смотри, как все классно у Кейси испортится в начале, как и в предыдущем раунде. Контроль ямы, контроль мидла, еще и большинство. Ну вот что может пойти не так? Ну, пока Аункер жив, забирает окно, также поблизости есть... по-моему, Фир. Ну и аккуратно чекают коннектор. У нас Погорелов под коврами. И игрок в яме также присутствует. Ну, Нисим пока что еще раз уничтожает уже Фира. Второй килл от него. Правда, вот девайс потерян, это неприятно. Но, с другой стороны, можно забрать у оппонентов. Смотри, какие чуть дотворные размены. Там еще и точка открывается. И Синикс остается в клатче один против двоих. А тут ППшка, близкая дистанция, еще и смоком его закрывает. Но он решал Аркадий смог, понимая, что снайпер в этой позиции находится. Но Ландин вовремя переключается на дигл и берет этот раунд для своей команды. Ну вот они, KC Sports. Да, будет интересно, будет интересно. Ребятки, для вас есть промокод LOOT. Это для новых пользователей. Что он дает? Он дает бонус 100% на депозит и 30 фриспинов. Кайф. Чтобы детально все это узнать, изучить, для вас есть баннер по трансляции. Либо пишите в чат LOOT, или же сканируйте QR-код. Да, он, если что, я заметил только там на третий день квалификации, но он еще находится вот где логотип, насколько я понимаю. Вот смотрите сейчас. Оп! Ну, короче, он время от времени появляется там, оп, насколько и я и QR-код. Ну, короче, надо ловить. То есть сидите с телефоном, можете поснимать заодно там все это дело. Но он там либо у меня brain lag уже, я не знаю, это какие-то видения приходят в голову касаемо лутбета. Тем не менее, слушай, раунды это у нас достаточно плотничком идут, потому что ни одна команда не укрепляется толком по экономике. Но Na'Vi Junior, несмотря на проигранный второй раунд, сейчас закупается-то весьма неплохо. Имеются два кольта скаута, это фастбет бразильцев. И именно в этом раунде Na'Vi Junior всего лишь два игрока. Полетел буст, открытие от Синикса, никого не ловит, его же накажут здесь. И тиммейт остался один против кучи оппонентов. Между двух огней его также наказывают. Это легчайший раунд для Бразилии. Как же не повезло Na'Vi Junior. Они три раунда в ряд стояли в укреплении базы Б. И как только оппоненты туда пошли, их там двое. Да, качественная работа от KC Sports. Раунд с потерями всего лишь Нисима. На повышенных скоростях была хорошая респа. В итоге Синекс не смог реализовать свою позицию. Задумка была вроде как интересная. Если хотя бы один минус давал и была бы возможность уйти в более качественную позицию, то там, думаю, все было бы намного приятнее. А сейчас без шансов. Нужно делать экономически и отдавать четвертый. Причем эко, знаешь, не из тех, которые заканчиваются обычно положительно. Тут всего лишь один дигл на Аункере. И да, предыдущий раунд с пистолетами потащили Na'Vi Junior, но там хотя бы армора были, там был скаут. А тут-то что? Один дигл на всю команду, 5 юспов, ну Na'Vi Junior 4 раунда подряд. Три раунда подряд пытались угадать, и наконец-то в пятом раунде у них получается. Стакаются на точке, а тут куча оппонентов для KC Sports. Аункер свой дигл реализовал, правда, ненадолго. Тут же поднимает его Погорелов, дают свой минус. Ну и на этом, наверное, все заканчивается. А был бы еще один недефолтный пистолет, ты представь. Моноси 1 в 3. Кстати, по экономике у него вроде как все неплохо. Должна появиться снайперская винтовка в следующем раунде. И вот этот как раз-таки шестой раунд будет, наверное, таким... точкой. От этого раунда мы узнаем, в принципе, смогут ли KC Sports жестко вырваться вперед, или же все-таки Na'Vi выйдут на серию и сравняют счет.
Но помнится, что Нави так сильно, знаешь, раунды не проигрывали. Вот насколько я вспоминаю другие матчи, чтобы так 5 в 0 отлететь, пускай даже с пистолетами. Ну, это сильно пока что от кейса. И действительно, как ты сказал, возможно, неудобный соперник. И главное, вот время от времени, на мой взгляд, против Нави Джуниор применяет такие раунды. Вот типа с фаст Б и так далее. Еще такой момент маленький. Как бы это ни прозвучало, но все-таки Монос и Аункер, самые, наверное, сильные игроки в составе, они на точке отыгрывают в основном. И где-то там Синикс, наверное, вас всех не распетляет. Вот то, о чем мы, в принципе, и говорили с тобой. Эти вот резкие врывы, да, и все сводится к первым перестрелкам. Если они уходят в пользу KC Sports, то реально Na'Vi Junior трудно становится. Как-то все это дело переворачивать. Ну вот, долгожданная снайперская винтовка у тиммейтов кольты. И что у нас? Центр карты. Два в Б-коврах. Где у нас находится Монесси? А Монесси у нас ответственный за точку А. Ну вот приходится играть на тикете. Возможно, из-за того, что армора, знаешь ли, нет. Потому что какой-то кон ты боишься пикать, мало ли что. Да, об окне-то тоже не постоишь, потому что серия хаешек, молик, и ты погиб, собственно. Поэтому приходится достаточно пассивную позицию выбирать. Просматривает пока что яму. И KC Sports конкретно по контролю позиции работает просто идеально. Захватывают мидл в очередной раунд раз подряд. И на самом деле по позиционке они занимают, ну, наверное, 70% карты. И самое главное, что у них есть гранаты. То есть, по идее, ты посмотри, можно и Б расфейковать выйти, а и наоборот, стянуться через андер. И вот Na'Vi Junior, по логике вещей, надо как-то, ну, контрмера какие-то иметь, да? Часто, когда вы отдаете мидл, захватываете яму, по крайней мере. А тут вообще ничего нет. Да, и не дают работать, кстати, Монесси. Он стоит в той же позиции. Перетяжка под Б будет не быстрой. Епс тем временем он уже падает. И это меньшинство для атаки. Ну и, кстати, выход по точку Б. По таймингам успевает откинуть смог. Есть игрок на форесте. Замечают его. Выключают Фира. Все сейчас на плечах Синекса. Крайне тяжело ему будет раскрутить свой поинт. В итоге Аункер находит еще один фраг. И в большинстве остаются Na'Vi Junior. Но пачка стоит. Снайпер в атаке присутствует, которому нужно сейчас поработать на славу. Но пока бомба устанавливается, можно здесь пикать. Монус это прекрасно понимал. И последний ландин с ВП. Тяжелая ситуация. И это, возможно, один из самых красивых клатчей. Либо Na'Vi Junior просто с двойным пиком его заберут. Ландин справляется. Ты посмотри, на стрейфе врывает своего визави. И остается 1 в 2. Но надо быстрее искать пиков, иначе оппоненты вдвоем могут тебя запушить. А времени-то у Na'Vi Junior не так много. Киты отсутствуют. На левой стороне сайта находится ландин и будет перестреливаться, возможно, против Монуса. Слышит своих визави. Выходит прямиком в спину. Ты посмотри, тут две спины. Криану будет фасу. Но нет попадания. И все-таки на последней секунде садится Монесси на дефьюз. Найс трай, ландин. Я уже, если честно, поверил в то, что он сейчас такое может сотворить. Если бы он просто убивал одного, там, пару секунд помансить, и все, плюс раунд. А мы знаем, то, что ландин 1 в 3 уже тащил. Да. На карте Dust 2 в одном из матчей. В этом плане у него хорошее понимание, как действовать. Но тяжелый раунд, если честно, для Na'Vi Junior. И вот опять же, ощущение, что немножко передержали свой раунд. Знаешь, вот этот контроль. Потеряли одного, потом уже пришлось выходить по точку Б втроем. Ну, там, мне кажется, печально случилось все в моменте, когда игрок прокадил джангл со стороны атаки и не перестрелял Аункера. То есть, если бы он зашел, там, знаешь, отсиделся, сыграл бы люркером, все могло бы получиться. А так у нас Фрайди в мидле. Пока что успешный размен, так как выбили снайпера из окна, KC Sports, и можно раскидать смоки более... хорошо раскидать мидл. И самое главное, что есть Делбани сейчас в коврах. Эту позицию мы еще не видели от бразильцев. И тиммейта байтят, стягивают на себя внимание. Если словить тайминг, выйти и забрать Погорелого, ух. Но это будет фрираунд, скорее всего. Начало хорошее для Кейс. Они выбили снайпера. Да, вроде как был размен изначально, Монесси дал фраг. Но все же, при таких раскладах 4 в 4 ситуация на руку атаки в любом случае. Потому что начинается смещение по карте, приходится Na'Vi Junior где-то угадывать, где-то укреплять. Ну вот как раз укрепляют они сейчас Сити. И вот тот самый выход от Делбани. Вроде как аккуратно открывается, есть минус. Ну тут все достаточно шикарно реализовано. Было понятно, что он выйдет, но Na'Vi Junior немного не прочитали. И теперь на точке всего лишь один Аункер. Либо он, либо никто другой выходит на него. Идеальная флешка. Ну как же круто сыграли на позицию в коврах. Выйти в мидл, забайтить на себя. Заставить Na'Vi Junior перетягиваться, чтобы Делбани дал первый килл. Потом под флешку выпустить, убить еще одного игрока на Сити. Ну тут KC Sports браво, явно к этому миражу. Они подошли подготовленно. И Na'Vi Junior без денег. Слушай, я давненько такого не видел. Чтобы так тяжело у них матч шел. Да, это заявка. Ну, пока, в принципе, ничего страшного. Мы знаем то, что и Na'Vi Junior в атаке нереально хороши. Но это небольшой звоночек, как по мне. Тут действительно KC Sports, судя по всему, вот, кстати, QR-код, ты был прав.
Кейси Спорт действительно, похоже, посмотрели. Было им что вообще в принципе изучить, да, хоть и это нельзя сказать, что какие-то близкие карты были. Navi Junior все-таки проехались катком по своим оппонентам. Но все же плюс-минус они понимают, наверное, как действует. И вот выключив Монесси, тот же самый Делба не мог... Он понимал, что, скорее всего, в джангле никого нет. И можно спокойно вот так вот выйти и отстрелить сайт. А вы можете отстрелить, друзья, задание на сайте Lootbet. Обязательно заходите туда. Там куча квестов для вас. Вы их выполняете и получаете фриспины, фрибеты и другие бонусы. Короче, куча всего. Заходите задания. И самое главное, что эти квесты обновляются каждый день. Поэтому слетайте и лутайте, пока имеется такая возможность. Ну и да, действительно, матч тяжелый. Но, возможно, Navi Junior еще один такой, знаешь, плохой бай или два кабай попытаются затащить. Потому что здесь зааркадили, наконец-то, апартаменты. Вернее, паласы. И это приносит свои плоды, потому что одного игрока можно оставить здесь, и он может в теории даже с юспом раунд перевернуть. Ну а Кейси Спортс по дефолту отправляется в мидл, и тут как бы руководствуются простой логикой. Если нам центр отдают, так почему бы не ходить туда в каждом раунде? Действительно. И если честно, мне кажется, что Navi Junior в следующем раунде, когда они уже смогут закупиться, постараются подраться за центр карты. Что-то неприятно вот так вот играть, когда оппонент все время занимает эту позицию. Слушай, а тут буст и, возможно, минуса лункера сейчас будет, если поднимутся действительно на данную позицию. Но он вроде отошел, играет более пассивно. Синикс как бы тоже под шорт вроде не подставляется. Но тем не менее, вот смотри, минута времени, и уже весь плацдарм для выхода под базу Б готов от KC Sports. По идее, если хорошие гранаты будут, если выкурят Синикса, а все, его же спалили. Знаю прекрасно, где находится Кольт. Идеальная работа от снайпера. И осталось законтрить последнего лункера. Ну там юспы, чего они вам сделают-то? В итоге просто с двойными пиками забирают кейс для себя шестой раунд. Начало отменное, и самое главное, это посмотри на деньги. Их все больше и больше становится. И тут не будет такой ситуации, что мы один раунд проигрываем, и ресурсов у нас нет. Нет, в случае поражения они спокойно перезакупятся. Это заявка. Заявка на успешную первую половину, так как шестой уже в копилке. И вот по такой игре, которую демонстрирует нам Кейс, я думаю, что они могут смело набирать 9. Да и Ландин расстрелялся. Но изначально у меня были какие-то сомнения, знаешь, по этому снайперу. В принципе, мы кроме того клатча на Дасте ничего такого интересного, грандиозного от него не видели. Тот же Void, да, чаще как-то выделялся на быстрых пиках, часто создавал большинство для своей команды. Но вот сейчас Ландин действительно интересно смотрится. Я соглашусь, слушай, на самом деле Ландин где-то был потерян, и вот я сегодня хотел привести пример, вот вы посмотрите на Ландина, посмотрите на Монесси, да, то есть все-таки снайпер и сравнение снайперов в матче это очень важно, и когда там, я не знаю, один снайпер в команде намного сильнее противника своего, то матч может получиться очень легким, но здесь прям раскрылся идеально, набрался уверенности, и возможно смотрится даже поинтереснее Монесси в этом матче. Ну и Кейси Спортс, опять же, свой дефолт показывают, и нет, мы с тобой не угадали, контроль мидла, хотя нет, слушай, будет, а Аункер влетает под флеш. Фрага, конечно, не сделал, но хотя бы какие-то попытки на репик выйти были. Аккуратно, под смачки, под качественную раскидку. Готов занимать коннектор один из игроков. Молотов коннектор полетел. А Ункер пока вроде как на уверенности готов принимать этот выход. Но смещается, чтобы проверить ковры. Епс, конечно, красавчик. Он тот соло здесь ошивается, то пытается с команды выйти и через кон найти какой-то энтрифраг. Это на самом деле круто, потому что с коннектора, знаешь, там чуть-чуть пропустить эту позицию, бац, оппонент уже в джангле, а джангл отдавать не хотелось бы. И в итоге сетап коннектор плюс окно. Ну вот как там выжить Аункер? Мне кажется, ну со второй попытки его должны здесь забирать. И по идее Монесси должен подключаться сейчас тикета, так как, ты посмотри, коннектор-то уже выходит. Монесси пока что откидывает флешку. Он сконцентрирован на яме, это очень плохо, потому что Аункера могут зажать с двух сторон, закрыли его пока что смоком. Выход, Ландин пал тем временем, но тут же покорел вас Брилли, от Аункера зависит все, ёжик в тумане. А тут рядом, поблизости есть игрок атаки, и вот будет стоять смоке до конца. Судя по всему, Монесси очень важный минус по Епсу, в большинстве сейчас Navi Junior, а Аункер халява для него, и наконец-таки комфортная ситуация. Но самое главное, не отдавать девайсы, экономики абсолютно нет. Один игрок в джангле, один между, и тут уже нужно дорабатывать. Ну да, еще и бомбу так выкинули, очень неприятно. Монс просто отойдет назад, и Аункер, по идее, добьет остатки сил. Либо добьет Аункера, и дабл мидл делает, конечно, свои дела. Синикс минус, DDT разменивается, да ладно, 25 хп. И один на один против того самого Монесси, но времени нет, бежит и подставляется под снайперский прицел. Все-таки забирает раунд Navi Junior. И вроде Погорелов очень много сделал. То есть тот килл, как он засейвил Аункера, потому что вы хотели запушить смок, это было просто идеально. Но какой ценой они берут этот раунд? Какой, действительно, какой ценой? Ценой. Ты посмотри на девайсы, которые появляются на руках у Navi Junior.
Ну, денег там ФАМАСы, не то, чтобы нет. Фармилки. Так там один кольт. Нет, подожди, там один авик, вообще кольтов нет. И вот в итоге нет, та самая история. Вы выигрываете раунд, а бай у вас хуже, чем у оппонента, который его слили только что. Ой, как обидно. Но если этот раунд СНГ команда возьмет, там уже будет серия, потенциальный выход на 5-6. Моноси внуку попадает, как обидно. Но тем не менее, Епс, опять же, он уже в коннекторе так активно не поиграет с таким количеством хп. А тут еще и подсадка сверху. Классная комбинация. Правда, неприятно прошел игрок в сторону коннектора. Ну и снова продолжают играть по своим, так сказать, чертежам KC Sports. Мне нравится, если честно, такая атака. Контроль коннектора, попытка занять ладдер. В принципе, наверное, это такая одна из самых актуальных стратегий в атаке. Потому что если ты не контролируешь мидл, то играть тебе будет намного тяжелее. Да, да и ладером, на самом деле, такая позиция, как мне кажется, одна из самых важных, потому что отсюда ты можешь, по сути, в окно пройти вообще без каких-либо проблем, бесшумно причем это сделав. Можешь и шорт, да, контролировать, можешь и люркером, короче, куча опций. Для тебя это как игрок, наверное, на бадане на инферно, можно с чем-то сравнить именно по уровню импакта. Ну и по итогу бразильцы готовы опять же выходить на точку А, но сетап-то изменилось, ты посмотри. Глубоко играет Погорелов, между находится Аункер, и один игрок очень пассивно отыгрывает в окне. То есть такое ощущение, что Нави решили отдать мидл, и вот таким сетапом попытаться законтрить своих визави. Стягивается Моноси под тикет. Нас уже наказывают Аункера. Понимает, что где-то в сити должен быть как минимум один из игроков. У Погорелова неплохая позиция. И вот если он ее реализует на врага 2, то это будет крайне необходимо команде. Но всего лишь один минус пока что от Фера. Погорелов, к сожалению, пал. И главное, что, как всегда, Несим обходит со спины. И Нави уже задумывается о сейве. Ну никуда вы не уйдете. Выходит Несим на идеальном тайминге. Понимает, где Фир. И тут ему просто не дадут даже засейвить АВП, скорее всего. Но там ему перекроют с окна. Единственная возможность уйти куда-то под базу Б. Как же хорошо от KC Sports. Слушай, несмотря на то, что один раунд они проигрывают, но каждый раунд плотничком, и мы видим, что большинство-то уже за ними. Это седьмой, там можно на восьмерку выйти. А я напоминаю, что Мираж — то карта сбалансирована, и тут и в защите можно будет дожать. А это все на пике Нави Джуниор происходит, когда кэп на них был 1.20. Да, это жесть, действительно. Пока что раскатывают, переигрывают, и даже, знаешь, вот то, что мы подмечали на протяжении всех закрытых квалификаций, то, что никто не стреляет так, как Нави Джуниор. Угу. Но вот Кейс действительно сегодня стреляют не хуже, по крайней мере, в рамках первой карты. Но тут еще такой момент, знаешь, что Нави Джуниор играют-то не идеально именно по стратегии и по расположению. То есть они очень много пространства на карте отдают и так далее. И, ну вот, банально, посмотрите, я не знаю, матч тир-1 сцену, ну не будет такого, что защита будет побеждать, там, я не знаю, набирать 10 раундов, просто стояв укатом на своих поинтах. Нужно активизироваться где-то. И вот в этом раунде мне понравилось. То есть Моноси пикнул шорт, да, немного не пошло, но после этого тут же буст и так далее. А если сидеть в дефолте, ничего не получится. Особенно, если делать это на экономическом раунде. Тут даже задумки особо нет. Просто три игрока по точке. Ну, окей, спокойным образом занимает мид. Делбани даже если погибнет, ты посмотри, что на базе Б происходит. Минус нули авик и все на этом. Ну, это DZT. Этот парень, ему без разницы абсолютно. Кто против него, снайпер или... Не знаю. То, что он вытворял вчера в матче против Astralis Talent, в принципе, было все очевидно. Понятно, что этот парень стреляет, ну, очень жестко. Погоня пока что за Делбани. Даже смог потратить, чтобы его нагнать, ты посмотри, в итоге. Раунд 5 в 0, и Делбани только статистику для себя нафармил. Слушай, действительно, DZT хороший, тут сложно отметить, кто плох пока что в бразильском составе, так как раундов они особо не проигрывают, и уже восьмерка за ними. И главное, что каждый раунд за 2. То есть, по логике вещей, они на это могут не останавливаться, выйти там на десятку раундов в атаке. И денег снова нет. Угу. Денег нет, приходится закупать недефолтные пистолеты. Погоди, так это... А, у них лутстрика не было. Они же сейчас делали экс юспами, и все равно ресурсов не хватило. Видимо, потому что из Моноси выбили авик, они ни киллов не сделали или типа того. Но по итогу это такой сдвоенный экономический, знаешь, получается. И два раунда халява для KC Sports в идеале. Но я помню, как там Аункер, помнишь, раундом с дигла засолил. Да и любой. Вот сейчас можно. Мне кажется, любой игрок Нави Джуниор может такую грязь завести в раунде. Ну, с этим пистолетом уж точно. Моноси уже открывает данный киллфит.
И выход по точку, а на самом деле под большой угрозой, потому что тут большинство игроков СНГ коллектива запрятались там вдвоем на головах. И в теории смоки, когда пропадут, будет очень тяжеловато. А монстры уже с калашом начинает раздавать. Падает еще и DDT. И в итоге Ландин в ситуации... Да ни в какой ситуации. Он уже в могиле. Монси квадрокил. Вот я только хотел сказать, что до 106-7. И что ваш Монси может в этом матче? И в итоге просто квадро выдает. И я не знаю, что с Нави. То есть они проигрывают все девайсные подчистую. Но как раунд с диглами, это они вообще на изи. Я думаю, что этот раунд сейчас должен придать уверенности команде. Они просто обязаны забирать оставшиеся и уже потом крушить за вторую половину. Коэффициенты тем временем 1.45 на кейс, 2.62 на Na'Vi Junior. Все, наконец-таки есть комфортные девайсы, пару трофейных АК-47, все по гранатам шикарно. Вот сейчас можно действительно показывать, демонстрировать крутой раунд в защите. И если, конечно, бразильцы не предложат что-то максимально недефолтное, потому что у ребят такие раунды в запасе есть. И мы видим, что Na'Vi Junior, они играют по дефолтным стратам. То есть вот до сих пор два игрока в яме. Вот я о чем говорил. То есть мид отдаете, контролируете яму. И они начали этим заниматься, погляди. Все, Погорелого отправили. И в случае, если у вас будет выход на точку А, у вас уже идеальный поинт. Да и даже если не будет выхода, то посмотри, Погорелов уже проходит на тоспаун практически. То есть в теории он может в спину зайти вообще спокойно. А зная любовь Кейси Спортс уходить через мидл, если два игрока будут в яме и один там на сити условно, как бомбу-то ставить вообще? Вопрос, что коннектор уже занят, и вроде как Моноси должен просматривать это направление. Ковры ему просматривает Аункер. Ну, в принципе, да, он должен пикать коннектор. И, кстати, он, по-моему, понимает, что слева уже может быть. О, подобный хайлайт мы, кстати, видели от него с этой позиции. Там еще Моноси решил пройти в сайт. То есть позиция такая, прям бермудского треугольника, я бы сказал. Зайти туда тяжело, но это фейк на точку А, я понимаю. И основная задача будет вскрыть базу Б. А там два игрока на машине, подсадка какая неожиданная может быть. Ведь там изначально проверяли, даже молик откидывали, никого не находили. А там трофейный калаш и Синикс, он может всех сейчас распетлять. Ну и будет выход от KC Sports. Главное, чтобы не на контакт. Ты посмотри, тут три игрока. Мне кажется, разбить троих вообще он может спокойно. Начался фейк тем временем на точку А. Понятное дело, фейкующее звено там умрет. И вопрос только к базе Б. Осталось всего 30 секунд. Да, вопросы к Синиксу. Синикс как отыграет с этого поинта. Так, собрал важную информацию. Полетела флешка. Все, выход. Падает один из игроков. Фир находит фраг. И пока что вроде все хорошо. Правда, Нисим тут же отвечает. На префайре скрывает Синикса. И на ровном месте Na'Vi Junior остаются в меньшинстве. Эх, ну с базы бы тотальные проблемы, конечно. Тут, на самом деле, с одной стороны, тебе хочется инфу собрать, но с другой стороны, зачем? Вы в таком большинстве. То есть у тебя игроки по точке А и так справляются. Эх, немного здесь не пошло, но и Делба не в своей позиции оказался читаемым. Да посмотри, Моноси еще и в голову попадает. И по итогу 2 в 2. Можно с двух сторон зажимать своих визави. Ландин, естественно, пытается менять поинт. Его тиммейт закрывается на форесте. И от Моноси здесь зависит абсолютно все. Потому что по тиммейту есть информация. Моноси выходит тут же, поставляется по тлу. Ландина. И, естественно, второго игрока должны они здесь закрывать, потому что своеобразный перекрестный огонь и времени банально нет. Это 9-й раунд для KC Sports, и Na'Vi Junior даже в большинстве потащить не смогли. 5 в 3 в какой-то момент была ситуация. Ну, на самом деле, да, согласен с тобой, непонятное решение от Синикса проверить. Была бы хотя бы флешка от Фира. Но в итоге вот так вот все сложилось неприятно для данного коллектива. И это заявка действительно на то, что KC Sports заряжены. Действительно заряжены забрать пик соперника. Просто кому-то может показаться, что это мелочь, и на самом деле в игре таких моментов много происходит. Типа, ну, зачекал, когда это было не нужно. Но на самом деле, если так подумать, три игрока под точкой А уже дали килл, у них идеальный поинт, и у них два молика. Ну, то есть к ним не пройдут, тебе не надо чекать Б и спешить к тиммейтам. То есть ты можешь аккуратно отсидеться. Ну да ладно, возможно, следующий девайсный Na'Vi Junior все же перевернут. Тут своеобразный перекрестный огонь выстроен был СНГ коллективом. Попытается Фир найти свой минус. Погорело вот очень важно какой-то минус найти, потому что Дигл где-то там на поздней стадии не особо будет хорош. А Ункер вообще не дает играть в коннекторе, постоянно прогоняя его прострелами и смоками. Ну и окно тоже, смотри, закрыто уже моликом. Я думаю, тут задача Влада распустить одного игрока, и после чего можно будет уже выбирать вектор атаки. Не могут ничего пока Na'Vi Junior предъявить, так сказать, за центр карты. Пытаются как-то играть более дефолтно. В итоге KC Sports постоянно забирают эту позицию под себя. Ну, слушай, по крайней мере, базу Б продавили, но там же Епс наказал Моноси.
попытался, знаешь, так неожиданно до нас играть. Но это, возможно, и плюс, потому что Монаси погиб, и мейби второго игрока в окне не ожидают, а Ункер через Ван Вейс смог лучше не показывать свою голову явно. Я думаю, с базы Б пора текать Фиру, отправляться к тиммейтам, потому что на П в любом случае Синикс с хорошей позиции. Вот то, о чем я говорил, DTT моментально плал. И главное, что ты посмотри на позицию Погорелого. Да, он с диглом, но если будет выход на точку А, он может этот раунд засолить, потому что времени мало, и задача просто выбить бомбу. 25 секунд, выход по точку А. Есть игрок Сити. Кстати, от Погорелого будет, наверное, многое что значит. Открывается Фир, Ландил был к этому готов. Преимущество двукратное. 15 секунд. Ну, бомба-то в смачки ставится. Да какие три головы! Чего? Боже ты мой, это что такое? Он прострелом забрал одного, еще две головы повесил. И в итоге последний игрок в коннекторе остался. Епс, ну ты обязан это проиграть. Там такой клатч невероятный. Погорелов в итоге остался один на один. Имеется у него трофейный калаш. Прострел, это квадрокил! Погорелов в крипоните это! Это как что? Он убил игрока под коврами с первой пули? Это что за жесть? Если б я так увидел, я не знаю, где угодно, я бы сказал, что это читы. Да не надо это, вот что надо смотреть, ты глянь. Бам! Он увидел, что в него стреляют, идеально навелся, третьего снес и последнего идеально прострелом. Я не знаю, как у него, наверное, руки сейчас трясутся, но это нечто. После такого должен быть камбэк. Действительно, вот буквально там несколько раундов назад я говорил, любой игрок из Na'Vi Junior может завести грязь. Так у него дигл, ты понимаешь, у остальных все девайсы есть, вообще ноль фрагов, он квадро дает с дигла фактически, жесть. Ну и на плюс морали, видимо, выходит уже в яме, начинает расстреливать своих визави, а Ункер подключается, но дабл звено в пету нашло всего лишь два фрага, это были размены, но вот от Монаси многое зависит. Там еще и Несим будет продвигаться, как раз-таки Смида, закрыли Монаси с Маком, DDT пытается проникнуть, но на самом деле позиция-то у СНГ команда неплохая, ты посмотри. Там Монаси просматривает мид очень аккуратно, и тут куда ни выйди, везде можно и на ретейк сыграть в случае чего и так далее. Да и гранат не так много у бразильцев. Приходится им перетягиваться через стиспаун. Кстати, плотно стоят Na'Vi Junior под точкой Б. Оставили Монаси в соло отвечать за апленд. И чуть больше минуты остается на развитие. Возможно, соберут информацию и перетянутся. Непонятно вообще, в принципе, куда, так как один игрок контролирует центр. Но, судя по всему, идут к нему. И, как вариант, будут заходить через коннектор. Ну, тут что коннектор, что шорт, конечно, просматривается достаточно хорошо на Na'Vi Junior. То есть, в теории, Монаси подключится с тикета на шорт и в кон. Ну и то же самое сделает Синикс. Ну, мне нравится такой стаб, на самом деле, знаешь, в отдачу, можно сказать, точки А. Нет смысла на ней особо стоять. И вот Синикс, если словит классные тайминги, можно будет еще один хайлайт Na'Vi Junior здесь вытворить одному игроку. Но вот кейс в режиме инкогнито проходит в окно. И вот если обойти, я не знаю, там винты разбиты вообще или нет, потому что если да, то Несим может спокойно зайти в спину даже игроку на Сити. Но, видимо, этого не будет. Все, Монаси понимает, что бомба будет установлена по точке, ждет уже аркады, отворачивается аккуратно от флешки. Ну, в итоге KC Sport, смотри, бомбу-то поставили, на самом деле, там еще и зажигательно есть на нее в случае чего. Да, и уходят большинством в яму. Кстати, можно бежать в сторону коннектора смело. Что у нас по гранатам? Пару смоков и две флешки остается в распоряжении Na'Vi Junior. Будут действовать с одного направления. Под снайперскую винтовку Ландина подставляются. Ну, Ландин, конечно, играет сегодня безупречно. Ну и Несим, этот парень также владеет шикарной стрельбой. Двукратное преимущество по счету на первой половине, на пике соперника, будучи в атаке. Ну и знаешь, обычно мы привыкли видеть хайлайт от Na'Vi Junior как вишенка на торте. То есть у них все и так идет хорошо, и под конец еще какой-нибудь клатч гемфри там от Аункера, да, который мы видели, допустим, позавчера. Но сейчас этот клатч и вообще вот эти раунды сольные от Аункера, от Погорелого, они позволяют набрать хотя бы минимум. И действительно, это очень тяжелый матч, и это самая тяжелая карта для Na'Vi Junior в рамках всех квалификаций. И 10-5 это тот счет, с которого вы можете закончить карту, если возьмете пистолетную серию. Ну, смогли бразильцы засушить за первую половину возможности Монаси и Аункера. Mm-hmm. То есть эти парни, то, что демонстрировали в прошлых матчах, у них все получалось. Они на кураже бегали, вот эти, знаешь, чуть ли не как в обычном, там, не знаю, не ММчики, да, где-нибудь. Здесь же действительно просто сразу же практически, ну, максимум один фраг давал Монаси, и его всегда разменивали.
Но, с другой стороны, возможно, Нави Джуниор быстренько вернутся в игру, с учетом того, что они любят выходить вот так вот, знаешь, агрессивно-топорно на точке в рамках пистолетки. И сейчас действительно 5 игроков, ДВА саппорта из них, флешки полетели, смоки в частности. Одного игрока прогнали, знает, что он отыгрывает в бэксайте, и можно его прифарами здесь затушить, чем Моноси будет заниматься. Последний опорник, правда, его не прочекали на машине, да ладно, но DZT истребили в любом случае. И вот теперь смотри, юсп есть, близкие дистанции, глоки, бомба стоит, как ретейкать, непонятно. Втроем будут действовать через кухню. Есть смог киты. И вот самое главное Лэндину собрать первый фраг. Но не дают ему такой возможности. Делба не падает. Нисим последний. Также должен погибать. 6-10. И ответный форс должен залететь от KC Sports. Ну, однозначно. И на самом деле, если вспомнить первую половину, то там форс с форсом погонял на самом деле. И будем надеяться, что здесь тоже будет все максимально интересно. У нас получается 2-50 в стане KC Sports. Главное где-нибудь стакнуться. И все-таки это эко. Ну... Вот бразильцы уже делали что-то подобное на Варпасе против Астралис Талант, насколько я помню. И я тогда раскритиковал, и на самом деле не зря. Потому что у вас после этого эко девайсный раунд будет такой себе, и вот оно решение. Подожди. Они выкинули один P250, купили Дигл. Ты посмотри, что произошло. У них было два P250, DZT, я так понимаю, выкинул, купил Desert Eagle. Один P250 отдали снайперу в итоге зафорсили. Ну вот это момент коммуникации. Они не договорились вначале. 2000, нет? Подожди. Ну... А ну слушай, или да. Но в любом случае, выглядело это изначально как эко, такое ощущение. В итоге... Ну в любом случае, ты, наверное, не хочешь на форсе покупать скаут и пистолет. Нави действует примерно так же, как кейс на второй раунд. Аккуратно. И посмотрим, сыграет ли им на руку эта аккуратность. Ну, мне нравится поджим в бэпсе сейчас, потому что там диглы очень классно себя чувствуют, много позиций на хедшот, и в двоечка тут можно очень неплохую позиционку занять. Я бы, допустим, уже здесь, и, по сути, вы его можете автономно оставить одного, самим там отойти поконтролить мидл аккуратно, хелпануть игроку под точкой А, между прочим, потому что Нисим, на самом деле, в позиции далеко не самый лучший, мультикил он оттуда точно не даст. Но при этом Нави Джуниор-то никуда не спешат, и это может как в плюс, так и в минус сыграть, потому что, ну, на дворе уже 45-я секунда, а у вас по позициям только мидл захвачен. Но при этом аункер-то уже, ты посмотри, в ладере. И если минусанет DZT, то точка А будет открываться гиперлегко. Потому что тут же подключится фир с ППшки и так далее. Времени мало. Сейчас могут повторить такой же неуспех команды Кейс. Полетели гранаты. И вот сейчас нужно проходить три позиции. А фир-то уже вскрывает в коннекторе. И теперь уже понимают абсолютно, что происходит. DZT ставит плюшку по аункеру. И на ровном месте остаются 3 в 5. И теперь позиция Нисима зарешает абсолютно все. Ему надо сейчас забить вообще на тиммейтов и играть чисто на бомбу. Как она будет установлена, просто ее выбиваешь и выигрываешь раунд. В итоге пачка пытается установиться на последней секунде. Тот самый Нисим скрывает ее. Погорел, падает. И как ты и сказал, слишком поздно было для Нави Джуниор. И как и на первой половине, увидим мы пистолетную серию, которая будет длиться достаточно долго. Потому что Нави, естественно, будут форсить в ответ. Жесть, просто жесть. Просто забрали все позиции, все ярлычки, картиночки. Ну вот я говорю, поэтому форсы отменно работают. Я не понимаю, почему, знаешь, и Кейси, и Спортс, помнишь, вышли на 20-й секунде. И Нави Джуниор тоже такие, ну, пофиг, там пистолеты, без инфы, зайдем на точку А и как бы отлетим. Пытаются сыграть идеально. Ну да. Четко, знаешь, все, чтобы было под контролем. Но вот такие вот обстоятельства, если бы аункера, точнее эфира, не забирали в коннекторе, то, скорее всего, все было бы иначе. Кажется, там посидел немного Епс, когда просто его подсадили, а там два игрока с диглами, но он, благо, сумел одного перестрелять. Просто, типа, тебя подсаживают на машину, у тебя торчит одна голова, и тебе каким-то чудом попадают по плечу, и ты такой, фуф, слава богу. И по итогу СНГ-команда, потеряв своего фраг-лидера, пожалуй, вынуждена отправиться в контроль мидла, на самом деле. И здесь вот кейс никуда не спешат, и у них максимально крутые позиции. Вот когда так играют, знаешь, достаточно пассивно, без активности против пистолетов, мне нравится. Потому что, ну а куда вам спешить? Вон они сами на вас вылезут. Вы аккуратно собираете инфу такими мини-чеками. И в итоге Нави Джуниор уже спалились в центре. Гранат у них абсолютно нет. И надежда, наверное, на Погорелого. И опять на его клатч дигла. Ты посмотри, аункер-то дает свой минус. И сейчас вносит огромные коррективы, потому что вынужден DZT, ты посмотри, просматривать окно. Сейчас смог развеяться, и Синик сможет его минусануть. А это в теории вскрытие базы Б. Или перетяжка на точку А. В итоге тоже заходит смог. Что сейчас будет? Ай, какой нож! Да что? В итоге справляется все-таки со стрельбой. Ну и тут выходит с ямы Погорелов. А что это, наверное, главная угроза для команды KSE Sports. И создает большинство численное для своих ребят. Пачка ставится. Ну и что, скаут МК
уходит на сейф или нет? О, Эпса еще и Аункер. Такой поинт занял хитрый, ты посмотри. Это уже даже не сейф, ну потому что, а что сейвить-то? Ну, скаут максимум, а он не сказать, что очень полезен будет в следующем раунде. Navid Junior форс реализует прям как надо. И как же команда стреляет с диглов, боже ты мой. И вот Аункер, он вытащил этот раунд. Я понимаю, многое сделал Погорелов и Синикс, но этого бы всего не было. Самое главное, когда оппоненты, знаешь, так стоят 1 плюс 1, 1 плюс 1, вот это все. Короче, играют по одному, выбить какое-нибудь ключевое звено. Вот он убил игрока в окне, после этого сразу там игрок шартачит, смотрит две позиции, его обходит в спину. В сайте тоже один бразилец ничего не может поделать. И в итоге вот распетляли, раскачали этот дефенс. И забирают 7-й для себя. И главное что? Правильно, не отдать такой же форс своим оппонентам сейчас. Ну карта будет жаркая. Что-то подсказывает реально. Раунд за раунд. Ой. Кровь за кровь. Navid Junior сражаются. Ой, ну тут будет тяжеловато, конечно. Просто сейчас история может у Кейси Спортс повториться, что будут траблы с экономикой, а чтобы у вас проблем таких не было, залетайте на лоудбет, вводите код порта и получите 100% бонуса на ваш депозит. И еще и 20 евро фрибет. Ну что может быть лучше, скажи мне? Да ничего, мне кажется. И теперь уже делают форс под 0 Кейси Спортс. DDT уже наказали. Остается на руках пару диглов, ФАМАС и Скаут. По минимуму гранат, ну и Ландин просматривает центр. Ему очень важно, знаешь, сделать килл, дабы потянуть время. Потому что тиммейты там активизировались в яме, дал бы не потихонечку будет обходить спину своих визави. И если тут немного поубивает, знаешь, навести шумихи и задержать Navid Junior в мидле, то по таймингам может успеть Делбанин. Ты посмотри, какое там столкновение. Погорелов выходит в ковро, с ковров и говорит: о, повезло, повезло, и наказывает Делбани. Единственный полноценный девайс у Кейси Спортс был утерян, и в дальнейшем Navid Junior только остатки бразильских сил добить и осталось. В итоге там встреча в яме. Кто же будет сильнее? Погорелов. Погорелов на самом деле, наверное, самый сильный пока что на карте. У него прям чувствуется, что идет игра. И в итоге должны забирать последних. Ландин красный, Епс 100 хп. Ну, кстати, убойнейшая позиция. Я думаю, дуэль 1 в 1 он может выигрывать. Ну, качественная работа под флешку. Скрывают позицию. И что самое важное для Navid Junior, что они пока что никого не потеряли. Согласен с тобой, это все дублируется еще и тем, что в следующем раунде это будет эко у Кейси Спортс. То есть они сейчас могут, знаешь, уже набрать экономики там на 3-4 тысячи в запасе. Выиграть следующий с минимальными потерями, бац, у вас там денег чуть ли не до конца основного времени. Но вот Кейси Спортс, конечно, я думаю, если они эту карту проиграют, вот именно этот момент будет, окажется, вернее, переломным. Потому что здесь у них было все замечательно. Они по счету вели и могли победную серию за собой экономическую захватывать. Но по итогу проиграли тем самым диглам. И как итог, денег у самих не осталось. Просто если будет подобная история, как с Navid Junior, когда вы лузаете один, отдаете следующий, то без проблем Погорелов в компании могут довести все это дело до паритета по счету как минимум. А это действительно так. Ты посмотри, они сейчас берут 9-й, выигрывают бай, все, уже 11-11. И всем плевать, чтобы когда-то там били 10-5. Да. За КТ всегда проблематично вернуться в игру вот с этими проблемами огромными по экономике и без выигранной серии. Тут уже ничего не придумать. Ну и хочется, конечно же, снайперскую винтовку Ландину, а у него на руках 1950. Ну, у тиммейтов также, в принципе, плюс-минус. Надо какие-нибудь 2 килла с юспла сделать. Ну хотя вот смотри, у него P250, то есть если какой-нибудь килл найдет, я там не знаю, можно будет хотя бы без армора попробовать ее для себя купить. А пока что, друзья, не забывайте писать в чат, потому что есть у нас такие филлерные раунды, где вон пытаются зевса кого-то убить и так далее. А у вас все-таки как-никак 3500 практически на трансляции сейчас в онлайне, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, ставьте хэштег UCC, тегайте наш канал, пишите что-то приятное, крутое, интересное, и, возможно, именно ваше сообщение попадет к нам на экран. Однозначно попадет. Наш режиссер всегда готов вывести что-нибудь пикантное, интересное. Ну, на самом деле, тут как бы 9-й для Navid Junior, да? Я не знаю, какие чудеса должны сотворить Кейси Спортс, чтобы с дефолтными пистолетами зацепиться за этот раунд. А вот в следующем, может быть, еще один экономический будет делать, как думаешь? Слушай, мне кажется, оставив деньги на снайперскую винтовку. Ну, помнишь, там Navid Junior подобное что-то делали, то есть 2 эко. По итогу, мне кажется, это вообще не нужно. Ну, типа, с одной стороны, да, у вас там Mavic, все дела, но с другой, вы очень сильно рискуете, потому что у вас все равно накоплений не будет. И как бы. Просто мне кажется, если ты хочешь прям авик, тебе надо в форсе оставлять немного денег. То есть не покупать скаута P250, а просто скаут, допустим, без армора, да, оставить $700.
Вот сейчас было бы там уже 2500 или около того, и все, и можно уже навик себе купить. А так делать 2 эко, ну, мне кажется, слишком дорого. То есть, типа, АВП не стоит 2 раундов, на мой взгляд. Особенно с учетом того, что Na'Vi Junior сейчас играет достаточно активно, и авик тут может вовсе не пригодиться. Пока что я смотрю, Фир особо в игру не может включиться. У него там стата 6.14. И у Синикс тоже, по-моему, там в один момент 3.12 или около того было. Ну, он опорник. Опорник точки Б. Это, наверное, самая сложная позиция в принципе. Ну и с учетом того, что не получалось хорошо отыграть свой поинт. Его постоянно там, то на префайрах забирали, то он неудачно открывался. В принципе, ничего страшного. Ну, у Синикс тоже там, знаешь, проблемы были на базе Б среди с тем, что ты перечислил. Какие звания у комментаторов? Слушай, ну, какие звания-то? У меня в ММ уже давно, по-моему, ранг сняли, и там, типа, ничего хорошего точно не дадут. Меня, по-моему, сейчас где-то 2600 на фейсте. Ну, я так, на чили. Ну вот, если параллел... Чил-комментатор. Не, у меня все намного хуже. Но я на фейсе давненько не заходил, на самом деле. Там что-то было около 7-го или около того. Но это было давно и неправда. А вот Аункер в могиле действительно давно не был. И сейчас сможет нам объяснить, как там. И смотри, что Na'Vi Junior делают. Перетягиваются с бапсов, так как потеряли бомбу. И здесь, на самом деле, очень тяжело будет выйти. Потому что оппоненты вдвоем сидят с разных сторон. Вот то, о чем я говорил в первой половине. Я хотел от Na'Vi Junior увидеть что-то подобное. Так, раунд еще не взяли. Ландин уже выходит на второй. Не, это ГГ. А, нет, это первый фраг был от DZT. Ну, создали численное большинство, знают, что снайперская винтовка в упоре. Ланди не отпускает на префайере, просто душит двоих перед собой, и Фир последний. Это тот самый момент, знаешь, типа, это разве удар? Вот это удар! И там Мондоси простреливает через стену в голову и тут же показывает, как надо Ландин. Трипл килл от него, но Фирта убивает того самого игрока на ТВ-руме и захватывает бомбу. Слушай, а точка отпустеет. Можно и в мидл убежать. Главное делать это как можно быстрее, потому что они оппоненты идут, тебя преследуют. Они идут, но они паровозиком со спины. Он поставит, тут вопрос, куда он... Они бегут, ты посмотри, что делают-то! Но Фир, надо ему в дефолте, мне кажется, ставить, уходить на сити куда-нибудь. Он даже не подозревает. Этого, в принципе, нельзя прочитать. А прикинь, мейнгеймс, не ставить бомбу и подождать в яме своих оппонентов вдвоем. На Б уйти, вот это будет мейнгеймс. Давай, давай, давай. Давай, родной, джангл ждет тебя. Подуйте в чате быстрей. Джангл ждет тебя. Да, пробежал. Смотри, смотри, что делает, его не замечают. Ну все, база Б, ножом, ножом, с ножом беги. И ой, для Кейси Спортс, конечно, вообще история максимальная, потому что они-то думают, он где-то в смоке, он где-то сити проверяет, а Фир-то уже давным-давно бомбу ставит. Да, у него мало хп, но у него сейчас есть секунд 10 для того, чтобы занять комфортную позицию. И бомба необычная. Вот какое решение в итоге? А они вдвоем через шорт. Ну тут должен быть размен в любом случае. Только какая-то невероятная стрельба может спасти Фиру. Большая позиция, но все же Делба не выходит на размен. И это 12-й для Кейси Спортс. Ну, НТ красиво, для Фира. Красиво, да. Да, с учетом того, что это игрок был с худшей статистикой в своей команде, а тут как бы трипл килл. И это момент, который Na'Vi Junior подвел в первой половине, если ты вспомнишь. То есть там был взят раунд от них один, но они потеряли 4 девайса. И после этого денег у них не хватало, помнишь? В ответ взяли оппоненты, и все, у вас ресурсов нет, вы вынуждены эко делать. И все еще счет 11-11 невозможен, но выйти на 12-12, взяв это, да вообще не вопрос на самом деле. Ну, плюсы знаешь в чем? Успел поставить бомбу и выбил девайсы. Он оставался в какой-то момент, по-моему, 1-4. Да, да, так и было. А если сказать, что этот? Какой самый интересный матч комментировали? Слушай, наверное, что-то на флешпоинте у меня такое вспоминается. Был вообще на ESEA... не помню, каком... ESEA, MDL, какой-то 30-й сезон. Там, короче, Team Spirit и Forza играли раундов 50, наверное. То есть там знаете, какой был прикол? Там аренда сервера закончилась. То есть в прямом смысле сервак вылетел, они новые начали создавать. И это был, конечно, мем. Вот тот матч был интересен. И много матчей с флешпоинта, наверное, запомнились. Там, где Madlines, Fnatic катали долго и вот всякое такое. Да, да, флешпоинт вообще круто прошел. Мне прям... Я был под впечатлениями. Но вот на память, конечно же, это финал лутбета 8-го сезона. С Гамбит. Гамбит против ВП. Ну, Гамбит как моя любимая команда, поэтому все мои любимые матчи с ними, очевидно. Потому что ребята росли, конечно, очень-очень быстро и уверенно.
Но, возможно, этот матч тоже нас не станет любимым, но удивит, по крайней мере. Потому что Навиджи не решили удивлять. И действительно выходят на контакт. Правда, потеряли своего снайпера. И вот теперь становится визави очевидно, что вы направляетесь именно сюда. Два коцных игрока дефенса отходят назад. И есть упорные позиции. 45 секунд. Либо фир, либо никто иной. Есть первый минус, но проблема-то в том, что там второй игрок в ниндзе, и его точно не будут ждать. А на таком тайминге тебе бомба выбить, и все, раунд ты уже выиграл. Синикс будет заходить с коннектора, и, кстати, DCT у него в спине. Если Синекс реализовывает свое направление, то тогда у Na'Vi Junior будут хорошие шансы. Ему бы в джангл пройти. Но DCT вроде как чекает коннектор. Ну, неси ему минус, если он дает, то на этом ГГ. Вот смотри, бомба ставится. Хотя она ставится-то не дефолт, но это посмотри, неси ему. Бомба пропустил, но минус будет давать. И это 2 на 4, как ты сказал, Синикс в важнейшей позиции. Один из раундов он уже переворачивал, давай трипл килл. Возможно, тут покажет что-то подобное. Найти Тити вырубает моментально оппонента. Это уже 2 в 2, вернее, 2 в 3, практически 2 в 2. Если сейчас даст минус Фира с ямы, а у него все шансы есть, потому что бомба-то стоит четко под него. И главное, что оппонентов нет. Нет, подобрали все-таки смог, может его кинуть на бомбу, но тут все вред, Фир не справляется. И последний игрок с мидла, которого также минусанули. Ну как же близко это было. Важнейшая позиция с ямы сработать не смогла. Эх. Ну, бразильцы, конечно, в ударе сегодня. Я не знаю, действительно, против таких ребят тяжело играть. Ну да, если предыдущий раунд, он прям был в клатче, какой-то близкий. И он на самом деле закончился, знаешь, так, ну, типа, очень недефолтно. То есть там запушили, выбили бомбу, это все-таки редко достаточно происходит. То тут Na'Vi прям решили удивить и не смогли. Контактный раунд не сработал, и мне почему-то кажется, что им надо показывать что-то более дефолтное такое, знаешь, под раскидку хорошую и так далее. Потому что вот эти моменты там на дефолт, а-ля пойдем подождем с мидла, они не всегда работают. Но вот теперь тот самый дефолтный раунд на точку А, и что-то мне подсказывает, что он окажется эффективным. Упорная позиция есть. Флешка хорошая, долба не смещается под 90. Вот тут бы снайпера сейчас на тикет. И все-таки Na'Vi Junior принимает решение перегруппироваться. Помню я времена, когда просто Аункер видел смог, ему накидывали флешку, он уходил убивать опорную позицию в яме. Но сейчас такого не будет. И ты посмотри, как агрессивно играет DZT. Он уже в мидле, он уже выходит сюда, но Фир-то его поджидает. Фир пропускает! Нет, контрит все-таки своего оппонента. И вот теперь есть все шанс тянуться на базу Б. Потому что мидл проверили, скорее всего, на Б один игрок. Но Na'Vi Junior решили сыграть более дефолтно и вернуться на A-сайт. А времени-то посмотри, сколько и гранат огромное количество. То есть сейчас все раскидать, убить опорную позицию в яме и все? Да, главное пройти ее с минимальными потерями, после чего, я думаю, там уже будут мысли о том, чтобы подсейвить то, что имеется, так как ресурсы заканчиваются. Вот такая, знаешь, неоднозначная позиция, должна проверяться на префайре, хорошие флешки, ну и что, сейв. Пока что находится один на сити. Ой, ну все, ребята, готовы были к Нисиму. Просто я видел уже, что Кейс и Спорт заигрывали, знаешь, в таких раундах, когда там снайпер оставался до конца пикать и погибал. Тут 30 секунд, даже если ты выбьешь бомбу, ничего не поменяется. Поэтому лучше уйти, сохранить вепоны. Ну вот Епс, да, он был на базе Б, полез, погиб. И это проблема, потому что посмотрите на деньги. Их нет. И Кейс и Спорт, проигрывая этот раунд, следующим закупиться не смогут. И Ландин не уходит на сохранение девайса. Он идет дальше пикать. Но в итоге на сити, возможно, все-таки авик ему придется засейвить. Просто там ресурсов вообще нет. Они, скорее всего, будут с одним кольтом и АВП играть в следующем раунде. И вот то, о чем я говорил, да, вот это вот парадокс защиты. Это вроде берешь огромную серию раундов, ну типа два девайсных, это же реально много на самом деле. Причем берешь ты их там, один из них достаточно уверенно взлетел. А в итоге денег у атаки больше, чем у тебя. И ты такой, ну, понятно. Кстати, дают возможность засейвить снайперскую винтовку. Он может дать дроп. Ну, наверное, есть смысл. Да, полторы тысячи, да. Ну, по-хорошему, нужно форсить под снайперскую винтовку. А для наших зрителей есть интересная штука на сайте Lootbet. Заходите, выполняйте задания, которые обновляются абсолютно каждый день. И лутайте всякие бонусы, бесплатные ставки, фриспины. В общем, все ништяки исключительно для вас. Плюс чат, если ты зритель, как говорится, и полетели дальше. Ну вот примерно так и надо написать, как бы. Просто тегайте наш канал замечательно или хэштег UCC прописывайте, и вот вы уже у нас на экране. А я замечу, что у нас на экране происходит очередное давление под A-сайт. И у Na'Vi Junior предыдущий раунд получилось сюда зайти. Сейчас против них будет три конкурента. Кстати говоря, Кейский Спортс отыгрывает немного по-иному. Контролирую яму. Нисим отойдет ближе к сити. Поинты очень неплохие, но тут самая главная позиция Ландина. Если он даст первый килл, то все пойдет отлично. А тут посмотри, Монаси без прицела успевает включить и
вырубает главную угрозу команды KC Sports. Я без рофлов, по-моему, ни разу в про-матче не видел, чтобы там сидел снайпер. То есть там в основном калаш, а снайпер, знаешь, ждет, ну, чтобы выйти там, пикнуть, я не знаю, а головы те же, еще что-то. Монус в итоге чуть ли не на узу забирает своего оппонента, что забавно. И по итогу на точке А всего лишь два игрока. Да, Делба не то, что ВП, конечно, неплох, но тут проблема не в том, что ты хорош ты или плох. Тут вопрос в том, что оппоненты уже знают, что ты с авиком. Тебя просто закроют, по идее, смоком и не дадут сыграть. Под дефолтные смачки, без каких-либо чрезмерных задумок, будут врываться с двух направлений. Нисим находится за фаербоксом. Ну и в итоге открывается. Дали возможность найти всего лишь один минус. В меньшинстве остается KC Sports. Забрали Нисима. Ну и что, подсадка? Да, только подсаживают не авик, поэтому убить кого-то. Ну хотя там дигл, слушай, тоже можно сработать. Выцеливают пока что дефолт. А там никого и нет. След оппонентов уже простыл. И вот Еб замечает бомбу. Замечает игрока возле ниндзя. Сейчас смог развеяться. И он убьет, по идее, своего врага. Главное четко попасть по голове. Там тем временем флешки взлетают. Ну, на самом деле, тут крайне тяжелая ситуация. Не может он обнаружить игрока за ниндзя. Оп. Все заметил. И также Na'Vi Junior понимает, что два игрока как минимум в этой позиции, а Ункера вскрывают. И ситуация 3 в 3. Ой, фир-фир, залез на сигареты, как неприятно всегда. Вот ты когда на снайпере катаешь, тебе вообще нереально эту позицию убить. Ну, невозможно. То есть там только флик в голову, какой-то прострел, а твоему врагу как бы просто выцелить тебя, аккуратно убить. И ты посмотри, что делает Погорелов. Он не дает засейвить тот самый авик. Но, по идее, Кейс он в любом случае отлетит взрывной волной, и у них все будет неплохо. Но Na'Vi Junior организовали практически полноценный камбэк, потому что сейчас выбили всю экономику, и осталось только не проиграть пистолетом. А как мы знаем, это бывает сложнее, чем выиграть девайсные раунды иногда. Приближаются постепенно Na'Vi Junior. Всего два раунда преимущество остается для KC Sports и очередной экономический с одним авиком. Слушай, я так, ну, смотрю, и какие же хорошие снайперы сегодня отыгрывают. То есть у нас бывает, что кто-то там проседает и так далее. Но тут Ландин как бы в атаке себя очень четко показывал. Я вот все думал, знаешь, Ландин там находит киллы с ВП. Жестко-жестко, но воспринимал это как дефолт. А он ведь это делал в атаке. А в атаке с ВП не так просто. И мы видим, что Монаси, ну, не так часто, допустим, эти киллы находят. Но, по статье, у него все хорошо. Сейчас ждет и дуэль снайперов. Пуля залетает, но все же Ландин выживает. Можно сказать, что он победил в дуэли? Пока нет. Ну ладно. Там дуэль с диглом следующая будет, я так понимаю. Вот, кстати, я люблю такие штуки, на самом деле. Когда, знаешь, там бэпсы пикает авик, вы думаете, что его прогнали, а там в итоге дигл сидит в опорной позиции или типа того. И его могут в теории не ожидать. Но Na'Vi Junior так, аккуратно пикают. И обрати внимание, что они начинают играть именно по позиционке более активно. Потому что были раунды, где они против эко там заходили, я не знаю, на 10 секунде, у них ничего не получалось. Сейчас все, смотрю, коннектор за контроль, и по сути, вот уже секунд через 10 можно гранат раскидывать и заходить сюда. Да, у нас по точку А стянулся снайпер. Если в таких таймингах выйти на Б, то я думаю, что у Na'Vi Junior все должно произойти без каких-либо проблем. Ну, как тебе сказать, там позиция Епса, просто дело не в том, что он тут кого-то заберет. Если он даст килл, возможно, перетяжка будет быстрая сразу же в китчен, но он идет проверять. Боже мой, Фил его тут же чекнет. О, повезло, повезло, говорит Синикс, уничтожает. С Епса, соответственно, и можно спокойно выходить действительно на базу Б, там всего лишь один оппонент. Но это вот один шанс, наверное, был. То есть, если бы он вышел с дигла, дал шот, собрал бы всю инфу, было бы секунд 20, чтобы перетянуться, хотя 20 сек осталось, но проверяют все-таки DDT, бомба будет, слава богу, установлена, но мне кажется, сердечко сейчас дрогнул, когда не чекнули игрока на бусте. У меня да, точно. Я уж такой, это, наверное, самое обидное. Ты такой сидишь, так, о, меня не проверили. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И тут слева тебе бэм, префайр. Ну, на самом деле, правильное решение. Уходят в помощь Ландину. Всеми силами будут сейвить снайперскую винтовку. И... а вот ее уже выбили. Ну, и Аункер, я думаю, вряд ли отпустит этот поинт. Ну, смотри, по всему, команде Кейс здесь не выжить. Проклятие АВП какое-то, я не знаю. Посмотри на экономику, 1350 у Ландина. Нужно закупаться? Или же все-таки до 2000 отдать 13-й? Ой, ну нет. Какая неприятная ситуация для них. Ну слушай, если вспомнить, помнишь момент, когда потащил нас Погорелов раунд с диглом? Вот Na'Vi Junior тогда закупились в такой же ситуации. То есть денег было не особо много, они купили там, по-моему, что-то типа один авик, там два фамос, кольт, дигл, и все было отменно. А тут как бы у тебя все нормально. Ландин, ну вон, смотри, даже кольт дропают. Тут я по гранатам все плохо. Агрессию на центре карты, возможно, нет?
Просто печаль в том, что если поставят бомбу, то это ГГ, скорее всего. Но без китов, там, ретейкать что А, что Б, очень тяжело. И Na'Vi Junior побежали под А, нашумели там и аккуратно отходят назад в мидл. Интересно. Ну, видимо, ожидали тот самый агрессив в мидле, то, о чем ты говорил. То есть, типа, наши оппоненты постоянно играют упор ямы, они сейчас пойдут, соберут инфу, моментально пойдет пуш в мидл, и мы их встретим. Наверное, вот какая-то такая логика. Но в итоге все оказывается намного проще, потому что оппоненты сидят и никуда не двигаются. Мне кажется, Na'Vi Junior вообще, в принципе, пока что думают о том, что возможен экономически еще один. Ну, по крайней мере, знаешь, без девайсов. Потому что гранат на старте раунда было не потрачено, если я не ошибаюсь. Их, в принципе, было не так много у KC Sports. Ну, в итоге решили не рисковать, перегруппироваться, собрать карту. Ой, это мем, конечно. Ну, друзья, действительно, там, если что, если кто-то вдруг не знает, как QR-кодом пользоваться, но если это не рофл вдруг, а у кого-то реально такие проблемы возникают иногда, то всегда есть баннер. Я не умею QR-кодом пользоваться, да. Да мы уже все старые, камон, там 13-летние парни уже все там, Илон Маски молодые. А тут тем временем молодые KC Sports будут оборонять базу Б, правда в меньшинстве. Yes! В очередной раз агрессивная позиция в апсах, и она абсолютно ничего тебе не приносит. Правда тут сидит еще DDT, который часто тащил кучу раундов для команды, но, по-моему, можно огласить вердикт, что камбэк от Na'Vi Junior совершен был все-таки. И, скорее всего, они даже вперед выйдут. Они выйдут вперед. У них огромная подушка безопасности. Шикарная экономика. Смогут закупаться до последнего. Чем не могут похвастаться KC Sports. Они все пытаются что-то сейвить. И получается у них это с трудом. Потому что одного уже явно не отпустят. Тут на префайрах будет действовать Аункер. Нисим подбирает снайперскую винтовку. Неужели будет дефусить? Нет, все-таки есть у нас Синикс, который возвращается. И тут уже, конечно, никуда не уйдет последний игрок. Кейс. И шикарная работа от Na'Vi Junior. Паритет по счету. Ну и без денег остаются у нас бразильцы. Хочу заметить момент, что сейвить либо не получается у Кейс, либо также не получается по причине того, что они сами не хотят. То есть помнишь раунд, где Лантин там полез на тикет стреляться, 1 в 4 погиб зачем-то, ну практически погиб с АВП, то есть могли там наказать. Сейчас та же история. То есть по экономике у Na'Vi Junior все в защите было лучше, не потому что они там вели, у них тоже были проблемы, они отдавали много раундов, но они сейвили намного-намного чаще. И коэффициент 1.65. Ну-ка, кто там успел словить коэффициент? Там около 3, по-моему, на Na'Vi было, или типа того, когда они 5-10 проигрывали. Они 5-11 проигрывали. Да, даже так. Вот ты прикинь, Na'Vi, вернее, KC Sports, абсолютные аутсайдеры, никто не верит в то, что они заберут слот, и они на мираже, на пике соперника, на лучшей карте Na'Vi Junior, ведут 5-11, и осталось просто пистолеты выиграть, и все. Там 13-5 вы уже не отпустите, скорее всего. В итоге вместо 13-5 у нас 13-13 на табло, и у вас денег нет. Перевернули Na'Vi Junior этими своими какими-то нереальными раундами. Как бы круто не играли KC Sports сегодня, все-таки... Что-то мне подсказывает, что Na'Vi Junior должны дожать и забрать свой пик. Но я все-таки буду надеяться, что даже если это случится, все это произойдет, ну, на допах минимум, наверное. Потому что игра, конечно, однокалиточная. В плане того, что у нас атака доминирует с одной стороны, потом с другой. То есть там 10-5, тут 10-5 будет или около того. Но в целом она близка именно по счету, потому что происходит на табло. И я надеюсь, что мы посмотрим там либо 16-14, либо 15-15 увидим. Потому что, ну, если сейчас Na'Vi Junior возьмут 3 раунда подряд, это будет как-то, ну, такое себе. И обидно, наверное, для Кейс. Но после этого раунда, кстати, появится авик у Ландина. Если ты обратишь внимание, DZT тоже 3000 себе оставляет. То есть, возможно, бразильцы считают, что ключиком к атаке Na'Vi Junior являются 2 авика. Я с ними пику. Полностью согласен. Один снайпер должен идти по точку Б пробовать, сразу же находить минус. И, в принципе, вроде как Na'Vi Junior позволяет это делать, так как зачастую там один Синикс на контроле очень аккуратно действует. Ну и Ландину нужно что-то придумывать. Пока что мы видели от него попытку прожать яму в стиле Фоллана. Что-то новенькое, не знаю даже. Ну тут на самом деле не получается пока. Кейс в защите что-то действительно такое интересное продемонстрировать. Эти дефолтные позиции, ну, не всегда работают. Даже не справляется в дуэли против Синекса, приходится ему отступать. Скаут пока свой реализовать невозможно. Спина горит. Но там Моноси, мы помним, что он спину с АВП. Я вот не знаю, как так получается, но часто Моноси контролит спину своим дважды, тиммейтом. Ты понимаешь? Дважды.
Да. То есть он делает минус и понимает, что, скорее всего, там была пара. Угу. И это уже не первый раз. Ну, потому что это стало уже, знаешь, моветоном каким-то. То есть, ой-ой-ой-ой, слушай, а там два калаша, я понимаю, выбили. И, ну, это как минимум сейв хороший для TC Sports. Ну, как максимум можно было попытаться выйти, но против АВП Монси особо ничего не попишешь, а он растянулся к нему, дал бы не дадут отсюда выйти. Действительно, пока у TC Sports проблемы в защите, но надо понимать, что они, по сути, ни разу прям хорошо не закупались. То есть у них то китов не было, то АВП, то у кого-то еще чего-то. И вот сейчас будет прям полноценный файт, то есть вы позволите себе абсолютно все. И вот если в этом раунде у них не пойдет, то там все, констатация смерти, и можно переходить на свой пик. Ну и что, вторая снайперская винтовка в лице DZT все-таки появляется. Комментаторы, какой игрок для вас кумир? У меня большое уважение к таким игрокам, как Neo, Forest, к легендам, так сказать, Counter-Strike. Не знаю, мне нравятся, на самом деле, все новые парни. То есть я говорил о том, что, я не знаю, вот, когда, короче, был Новый год, были перестановки, но пока не было известно, что да как. То есть там Team Spirit только огласили, что к ним там эспады присоединяются, два игрока. Я вот сразу сказал, что Декстер, Шира, на мой взгляд, это топ-1 и топ-2 снайпера мира будут в будущем. Ну вот я бы еще добавил лично для себя Даню Зевса. Слушай, ну Зевс тоже, да. Ну, как бы единственный капитан, который выиграл мейджор из СНГ, это сильно. Да безусловно. Вообще вся история. Я прочитал его книгу, действительно, прям та вот то, что с ними происходило, как это все вообще протекало. Ну, такая, знаешь, сказка. Угу. Сказку бы нам еще в матче увидеть. Но пока что его нет. Ну, в общем, я думаю, вы поняли наш ответ примерно. Просто это, знаешь, такой человек, не просто который там жестко играл, да, когда-то, угу. И все. Ну, как, например, как Маркелов, типа, супер нереальный снайпер был. А это немного другого плана человек. Ну, там человек, тяжелый который путь, как да. капитан вел за собой команду. Как там в него не верили на старте Нави, то что он там выпрашивал возможность, дайте мне покапитанить 3 месяца под моим руководством, если не получится, то там, грубо говоря, можете меня убрать. Это сильно, когда ты можешь вести за собой, вот мотивируя людей. Да. Ну а тем временем у нас под точкой Б. Кошмар для команды KSE Sports. В 2 фрагах сейчас находится Нави Junior от того, чтобы забрать 15-й и выйти на маппоинты. Ну, либо в 3 для того, чтобы сравнялись с KC Sports, потому что у них шансы есть, и эти андердоги сегодня нас уже приятно радовали. А Аункер, правда, в такой позиции, знаешь, вот если у тебя 2 кольта, или там АУ, кольт, неважно, выбить под 90 можно, но если у тебя авик, разменяться здесь очень тяжело. К тому же там приятная позиция от Монуси, он забайтил на себя, вот у тебя Аункер дает минус. И главное, Ландина ни на какой сейф не отпускать. Аункер как же дергает, как же байтит, в итоге не будет никакого авика в следующем раунде, как и, в принципе, денег у KC Sports. Нави Junior совершили очень серьезный камбэк. Это, пожалуй, один из самых жестких камбэков, который мы, в принципе, видели в рамках этих квалификаций. И вот ты говорил, да, насчет Зевса. Мне, честно говоря, вообще, ну, история с Нави и Зевсом именно в CSGO, ну, такое себе. Там, конечно, все было интересно, но вот с Гамбит было прям клево. И на самом деле я поэтому очень сильно болею за андердогов, которые, знаешь, там совершают вот этот путь от топ-150 до топ-1. Тяжело, на самом деле, выделить игрока матча. Но все же, наверное, я бы отдал предпочтение Погорелову в данный момент на да Мираже. С языка сидел. Я думал, ты сейчас скажешь какую-нибудь Моносе, я такой, а я вот нестандартный выбор. Ну, слушай, наверное, да, Погорелов, потому что он затащил тот важнейший раунд для команды. И, возможно, он там по стате не самый жесткий, но если бы не тот раунд, Нави Junior проиграли бы первую половину там, ну, 2-13, возможно, 3-12 или около того. Короче, ну, 11-4, скорее всего. Ну, либо так, да. Поэтому он действительно спас всю эту ситуацию. Будем надеяться, что спасет сейчас, потому что все-таки Нави Junior надо вот этих 2 шага совершить до победы, а они иногда самые-самые тяжелые. Ну, тут посмотри по девайсам, просто 5 ФАМАСов. Да, не знаешь, что спроить мне ФАМАС напоминает напильник какой-то. Напильник по металлу со школьных времен. И в распоряжении 4 флешки, 1 смог. По огневой мощи, конечно, огромнейшие проблемы у Бразилии. Принимают решение прожать яму. И, кстати, парный выпад. И если он будет провален, то
можно сказать, это конечное. Ой, нашли минус, но ждут ли второго? Монсис АВП всегда страхует своих тиммейтов. На 30 секунд у Нави Джуниора. Надо притягивать все свои силы сейчас бразильцы по тучке. А еще и смог есть у Ландина. Он сейчас спасет раунд для команды. Ты посмотри, сверху в яме никого нет. Он просто займет упорную позицию, поживет там немного и 20 секунд. То есть задача просто выбить бомбу, и Нави Джуниор не успеют банально. Там есть, конечно, аункер с мидла, но тем не менее, Ландин уже стянулся под ковры. 10 секунд, что за блейд тактики? Алло, Нави Джуниор, камон! Времени нет, банально, под коврами до сих пор игрока не убили. Если выбить пачку, то все на этом, бомба будет установлена. На последних секундах будут ее выбивать? Нет, она стоит, и ситуация 3 в 3, где Монуси очередной мультикил нам показывает, но аункер остается один против двоих. И бомба под него. И, в принципе, расконтролить позицию коннектора для него не составит как... какого-то труда. Один в один. Ну и тут должно быть без шансов. А Ункер на уверенности. Чик-чик-чик ползет и ставит жирную точку в этом раунде. 16-13. Просто невероятный камбэк от Нави Джуниор. И браво! Это что-то с чем-то. Я не знаю, вот этот раунд с Погореловым, он, наверное, обозначил, что матч точно будет плотным. Он и после этого действительно такой переворот случился. И самое главное, вспомните последнюю победу на Мираже. Нави Джуниор проигрывает 0-4. Нет денег. Что происходит? Аункер с дигла того же тащит 1 в 3. После этого камбэк. Нормальная первая половина и камбэк на второй. Тут абсолютно то же самое, но бразильцы на лучшей карте Нави, где у них 100% финрейт, и все команды пытаются банить эту карту против них, ну либо там готовиться максимально жестко, они практически сумели забрать. И мне только, я не знаю, гадать приходится, что будет на второй мапе, потому что там пик бразильцев, по идее, подготовка должна быть совершенно нереальная, поэтому давайте их тоже в чатике поддержим, все-таки хочется в финале квалификации увидеть все три заветные карты. Ну а для вас работает студия UCC, вернемся к вам после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.